Ко дню республики запланирован масштабный культурный марафон. С 21 по 25 июня жителей и гостей Чувашии ждет большое количество интересных событий. В рамках Чебоксарского культурного форума пройдут Всероссийский фестиваль «Родники России» и Всероссийский конкурс «Русь мастеровая». В программу также включены Чебоксарский международный кинофестиваль, фестиваль «Созвездие земляков» и мероприятия, посвященные подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, 150-летию Национальной библиотеки Чувашии. 24 июня на Красной площади в городе Чебоксары пройдет фестиваль детских творческих коллективов «Аджа-Пача Акатуи». В этот же день в этнокомплексе «Амазония» пройдет 9-й всечувашский праздник «Акатуй». При организации мероприятий в республике будут выполнены рекомендации Роспотребнадзора, отмечают в Министерстве культуры Чувашии.